Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест уже максимальной тыковки. Вот такой вот, которую я собрал под архидемона для теста. То есть вот такая вот у нас тыква. Седьмая чарка, суперсила, хипер стрэндж, стрейт, даже так вот на английском. Или Strands, Strands, по-моему. В общем, 7-7, 80% атаки, плюс 90% регена, энергии. Поехали, соберем наших героев. На архидемона я решил сегодня сделать такой вот тест. Показать вам максимум, что можно выбивать. Я думал, будут... Ведут уже в этой обновы 10 раскола, но, к сожалению, ну, 10 эмблемы, но не ввели, поэтому будем все менять, то есть поменял полностью все ради теста. Так, есть укротитель. Есть тыковка. Попробуем первый тест с расколом, посмотрим, как будет разгон. Если не хватит, поставим воодушку. Так, тыковка у нас такая останется с ангелом. Так, раз, два, три, ведьма, четыре, космо надо улучшить. Так, космище. Давайте поставим Рудольфика. И стрелок. Вот такой вот стрелок. Вроде все. Так, сюда мы поставим панчбокса. Будем стартовать с космо. Давайте таких порядку всех расставим. Будем пробовать стартовать с космо. Так, космо, потом тыковка, сразу же второй, ну, на космо, чтобы заагрились. Космо, тыковка, крутитель, химка, ведьма и стрелок. Вот такой вот состав. В принципе, ничего такого сложного нет. Поехали, посмотрим. То есть у нас поменялась только тыковка. Чарка. Попробуем, поехали. Сейчас пусть он где-то станет, а то он обычно убегает. Ну, смотрим, что у нас получится в итоге. Уже 54 секунда, у нас максимальный разгон, который только может быть. Странно, странно, очень быстро разогналась, конечно, она. Сейчас посмотрим, что будет в итоге по первому. Ой, да, она просто, по-моему, летит. Если я не ошибаюсь. 33, 32. По-моему, намного лучше стало по урону. Смотрите, 24, и у меня уже убит архидемон. Я еще так быстро не убивал. Посмотрим сейчас, что в итоге будет. Ну, что-то цифры прям вылетают. Здесь, по-моему, обычно минута 46 было, если я не ошибаюсь. То есть секунды 4 мы, по-моему, выиграли.
Я не помню, я на тыковку что-то поставил или нет. Надо глянуть эмблему на тыкве, я, по-моему, завтыкал ее поставить. Будет ржачно, если мы убьем. Ну, явно, видите, мы выиграли секунд 8. Посмотрим сейчас, что у нас получится в итоге. Сможем ли мы ворваться в топ? Такого результата у меня еще, ребята, не было. Сколько бегаю. Пять и восемь. Все-таки результат, ребятушки, есть от разгона. Где-то оно все-таки быстрее получается. Тыковка у нас все-таки была с расколом. А, вот так вот. Ну, что, у нас должен быть топ-1 результат на архидемоне. Так, смотрим. Смотрим, где там наш архи. 5,4 они всего лишь набивают. Смешно. Так, ну что, пробуем? Пробуем второй вариант. Непонятно, когда оно там обновит. Ну да ладно. Второй вариант у нас будет тест тыковка. С воодушевлением. Для максимального размона. Посмотрим, сможем ли мы улучшить сейчас свой результат и побить свой же рекорд. Так, обратно все тоже осталось. Стартуем. Сейчас пусть перелетит где-то, а то они будут за ним бегать, потеряем еще дополнительное время. Смотрите, какой бешеный старт просто начался. Просто жесть. Вон видно его полосочку. Немножко посмотрим. У нас было 2.20. Сколько там? 2.24, по-моему, первый результат. Посмотрим, что лучше все-таки, воодушка, либо раскол на тыкве. Где-то приблизительно так же, но, по-моему, все-таки лучше было, когда был раскол.
Да, по сути, воодушевление тут никакой роли не играет. Даже, наверное, по-моему, не успеваем. Результат будет похуже за счет того, что нету дополнительного удара. Ну, 464, как видите, разница все-таки есть, все-таки раскол будет получше на тыковке. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, мы на первом месте, всем удачи, всем пока.